колодовка. Вот так вот продуманно забиваются штырочки, чтобы залезть. Лайфхак для рейловов. И пошел на дерево. А там вот висит вот такая вот древняя колода. Висит уже давно. Вот такие вот штыри и полез вместо лесенки. Красота. Будем ставить. Всех приветствую на своем канале. Сегодня продолжаем устанавливать ловушки. И еще покажу одно уловистое место. По прошлым годам шикарное, прекрасное место. Справа поле, слева поле. И прямо идет лесопосадка. Лесопосадка по вдоль мелиоративных каналов. Вот такой вот, можно карасиков половить здесь. Вот такой вот мелиоративные каналы по полям. И вот такие вот шикарные лесопосадки с просветами. И пошли вот такие вот места. У нас погода испортилась, раи пока не летят, ночью падает даже меньше 10 градусов, сегодня днем плюс 12, ветрище и дожди периодически. Вот такое вообще небо с дождевыми облаками, дожди то идут, перестали, немножко как бы центральный просвет и опять пошли. Так что будем устанавливать. Начнем вот с той вот, прямо по курсу, огромнейшая верба. И дальше сюда по березкам. Оставшиеся ловушечки пока нет погоды, нужно расставить. Вроде как на следующей неделе обещали у нас малех потепления. Посмотрим. Ну что, друзья, поехали ставить. Такая шикарная вербинка и ловушка в расщелине. Одну поставили, идем дальше. Многие подписчики и гости канала задают один вопрос: куда в ловушке направлять литки? За не один год ловли раев я скажу одно, что направление литка, по моему мнению, никакого абсолютно значения не имеет, потому что ловушки я направлял и на юг, и на запад, и на север, и на восток. Идут раи, без разницы с какой стороны. Вот, например, этой ловушки, сейчас эту на березку будем ставить. Здесь литок на восток. Предыдущая ловушка там был на запад. И так вот буду проходить, ставить ловушки в разных направлениях. Ну и потом экспериментально вы сами посмотрите, когда мы будем приезжать и проверять наши раи. Наши ловушки. Прилетели раи или не прилетели? Вот залез, пока еще невысоко. Так, слегонца еще немножко подымусь и буду устанавливать вот сюда, наверное, вот в эту расщелину. Литочком на восток. Ну вот очередной забабахал литком на юг. Везде, где ставлю, дерево от дерева тут нормально. И в принципе пролеты для пчелы вот такие вот имеются. Выход на поле. И на деревню.
высота вот такая, приличная высота. Все, идем дальше, следующую. Вот так вот смотрится сверху. И пошел вот пролет на поле. Отличный пролетик. И между ловушками удерживаю примерно где-то на метров 100. Где меньше, где больше, плюс-минус туда-сюда. Но в среднем где-то 100 метров ловушка от ловушки. Ну вот, прошпандорил пятую. Выход. Вот такой вот залет. С этой стороны поля. И просветик отсюда и отсюда. То есть с любой стороны есть подлет к литочку. Пятая стоит. Еще одна. Ну вот, друзья, такое шикарное место. Ветер сегодня не наш, разбирался, дождик закончился. Ветер полным ходом. 5 штук установил, еще осталось одну. Ну и следующее ожидайте. Наши проверки. Будем проверять, показывать, как идут. Идут ли вообще раи или не идут. Ждем погоды и ждем раев. Переехали в другое место. По дороге на удаление оттуда километров 10. Вот так вот на поле стоят 2 одиноких дубка. И пошло жито. Вот сейчас попробую залезть на один из дубков. Осталась 6-я ловушка. И поставлю ее здесь. Около дубка. Вот так вот продуманно забиваются штырочки, чтобы залезть. Лайфхак для рейловов. И пошел на дерево. А там вот висит вот такая вот древняя колода. Висит уже давно. Вот такие вот штыри и полез вместо лесенки. Красота. Будем ставить. Ой, на втором дубке вот такая вот лесенка, уже вросшая. Когда-то здесь была деревня. Еще вот такой сторожило дубок. Вот такая вот колода, а там уже живут птенчики. А в прошлом году там жили пчелки. Вон помор пчел. Прошлый сезон жили. 600-й более-менее это самое. А тут птичка какая-то поудалбливала. А сверху 100-й такие еще более-менее. А дальше не по 200. Такой вот летушек интересный. Латаная, перелатанная. Так вот получилось под дуплянкой. Вот еще на краю 2 шикарных дубка. Уже распустились, третий, другой сорт какой-то. Еще только начинают листву выпускать. Когда-то здесь была деревня. От этой деревни вот там вот вдалеке осталась водокачка и памятник погибшим воинам. И вот там на том дубке, где дуплянка, когда-то были здесь пчеловоды практически у каждой деревни. Дуплянка осталась, это самое.
Тоже ставили? Ну, дедушка пчеловод когда-то работал. Деревни умерли, пчеловоды тоже. И сейчас пустые места. Пахотные поля, вот там вот дальше рапс. Здесь что-то посеяли, не знаю что. Какая-то трава. Всходы идут только, не только, только. Ну, здесь ушла деревня. И вот на том конце, там тот дубок, который только что ставили ловушку. А это еще два дубка. Было здесь начало деревни. Начало деревни. Тут дубок. Вон с той стороны два дубка. Красивое место, шикарное. Должно быть дело. На всех дубках забиты, как я показал, штыри. Старый какой-то дедушка-пчеловод ловил здесь в свое время раи. Попадаешь в кадр. О, вот такой вот шикарный дубочек. Санек его оседлал. Залез. Там уже тоже вот доска полугнилая. Вот сейчас Саня будет прикручивать. О, напарник прикручивает. Вот такой шикарный дубок. Сейчас поставим одну и вторую еще туда, на тот дуб. Да? Нормально, прикручивай. Сейчас я тебе длиннейшее дам, обожди. А майских жучков под дубом, видите сколько, какое количество. И так на всем протяжении, а на дереве их еще больше. Игрушка детства. Вот они какие красавцы. В полусонном состоянии. Похолодало. Вон Санек выдвинулся ко второму дубу. Пойдем ставить еще там. Санек катается на вековом дубу, оседлал как коника. Санек, помаши ручкой и сделай улыбочку. Скажи YouTube, YouTube, привет. Вот так вот. А говорят, пчелы на халяву. Вот такая халява. Полазят по таким вековым дубам. Попокорячились, пока его забросили туда, на этот дуб. Таким образом приходится подавать шуруповертик на веревочке. Высота приличная. С собой все не понесешь.